вакантных рабочих мест предполагать приезд миграционной силы. Это неплохо совершенно, когда мы предъявляем определенные требования. Например, наличие загранпаспорта, а не какой-то там мифической миграционной карточки. Возможно, визовые сборы, которые будут достаточны в случае, если потребуется депортация, для осуществления этих мер. Почему мы должны за бюджет России вывозить незаконных мигрантов? Ну, очевидно же абсолютно. И много-много-много других нюансов. Повторяю, я бы не стал рассматривать какую-то идею, а давайте вот такую-то сумму возьмем с каждого мигранта за въезд, а давайте будем там, в Москве вот так-то поступать. Должна быть хорошо обсужденная с участием экспертов, с участием специалистов, с участием министерств, ведомств, правительства. Должна быть выработана некая национальная концепция, которой надо придерживаться.